Впервые в Казахском музыкально-драматическом театре имени Абая при поддержке Сената парламента Республики Казахстан состоялся чемпионат шахматного турнира «Сенат Опен». Его провели совместно с Маслихатом области Абай и Казахстанской федерацией шахмат. В соревнованиях приняли участие депутаты областного маслихата, общественные активисты и представители средств массовой информации. Депутаты Маслихата области Абай проявляют большой интерес к развитию в регионе шахматного спорта. Цель турнира – найти талантливых шахматистов и пропагандировать важность шахмат как игры, способствующей развитию интеллектуальных способностей нации. Поэтому стартовал открытый Кубок Сената 2024 года. В нем приняли участие около 100 спортсменов. Главная мысль – пропаганда интеллектуальной игры шахмат. В будущем, если в Казахстане будут развиваться такие игры, наша страна будет еще более образованной. Игра в шахматы является особенной, потому что они улучшают интеллект человека. Турнир, который вносит большой вклад в развитие шахмат в Казахстане и способствует повышению мастерства участников, получил поддержку со стороны шахматистов. Ведь начинать что-то новое никогда не поздно. Настольная игра не является дорогим видом спорта. Шахматам, которые учат просчитывать шаги наперед, можно учить с детства. А сегодня я понимаю, что это действительно развитие способностей, способности мыслить, способности искать варианты, способности видеть ситуацию шире, чем узконаправленно. И это важно для всех и прежде всего для наших детей. И поэтому сегодня своим примером депутаты, общественники и представители СМИ показывают, что в этом виде спорта нет ограничений. В него можно прийти в любое время. Но если мы поможем нашим детям прийти к шахматам раньше, получится из них спортсмены или нет. Даже это не так важно. Важно, что мы разовьем наших детей и укрепим нашу страну. В настоящее время шахматами в стране занимается более 200 тысяч человек. В 7 регионах стартовал пилотный проект по обучению этой игре. Инициатива охватывает 42 школы и 1000 учащихся. Участники турнира утверждают, что игра в шахматы способствует развитию мышления. Это не борьба, не драка. Это одна хорошая игра, в которой не имеет значения возраст и весовая категория. Я люблю шахматы. Не скажу, что играю отлично. Участвовать в таких турнирах – одно удовольствие. В области Абай проходят соревнования по шахматам. Я сам играю в шахматы со студенческих времен. Поэтому сегодня решил принять участие в зрелищной игре, испытать свою силу. Шахматы развивают мышление, способность быстро принимать решения. Я хочу, чтобы подобные игры проводились чаще. По итогам чемпионата, состоящего из 9 туров, первое место занял район Жанасемей. Второе место занял аппарат Маслихата области Абай. Третье место – Бескарагайский район. Также старший менеджер по рекламе областного телеканала «Семей» Нуржан Байкитаев получил номинацию «Лучший показатель среди представителей СМИ». В ближайшее время 25 победителей встретятся с сильнейшими шахматистами со всего Казахстана в полуфинале в Алматы. Ботагөз Дандыбаева, Аслан Ертисбаев, Малика Мухтарова, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».